Ни для кого не секрет, что в нашем городе огромное количество проблем, связанное с благоустройством улиц. Во многих дворах, даже в центре города, практически нет асфальта, что вызывает определенные трудности и неудобства для жильцов. Вот очередной пример недоработок коммунальных служб. Уже на протяжении долгого времени из-за отсутствия асфальта страдают жители домов по улице 10-я линия. Дорожное покрытие просто-напросто исчезло под влиянием выпадающих осадков. Все 15 лет вот такая проблема. Но, вы знаете, в 3 года назад мы собрали со всей улицы документы, все подписи, вот документы, отправили главе администрации города Рязани, депутату Рязанской городской думы, председателю комитета по городскому хозяйству. Нам пришел ответ, что на 2013 год не предусмотрено, и все. Вместе с асфальтом дожди медленно, но верно смывают и канализационный люк. Во время съемок на территорию бедствия приехала команда ремонтников из местного ЖЭКа. Казалось, что проблема с люком вот-вот решится впервые за 15 лет. Но, к сожалению для жителей, коммунальщики лишь пожали плечами и сообщили, что данный канализационный люк не обслуживается их организацией. А кто за него отвечает, работники и сами не знают. Надо отметить, что жильцы домов по 10-й линии сами пытались залатать ямы, но сил на все котлованы и промоины в дорогах у них не хватало. С каждым годом ветхости и разрушений на их дороге становится все больше. Вот сами зацементировали с мужем. Вот это вот здесь я вот покажу, которую яму, но больше мы уже не можем сами цементировать. Посмотрите, что творится. Мы уже просто не справимся. И пока коммунальные службы перекладывают ответственность за плохую дорогу из-за люки друг на друга, вместо улицы 10-й линии в скором времени может появиться настоящая кальдера. И вот тогда смытый канализационный колодец вместо ЧП пока еще местного значения может стать большой общегородской проблемой.